Всем привет, меня зовут Денис, и я рад вас видеть на канале Дэнни Хелл. И сегодня я в очередной раз покажу, что интересненького прикупил в магазине Озон. Что же, давайте начнем, распакуем все вот эти вот несколько коробочек, и не только коробочек, и посмотрим. В этой коробке пришло два вот таких вот крема фирмы Evelyn Cosmetic. Это тоже. Это высокоэффективный отбеливающий крем против пигментных пятен. Дневной и ночной. Сделан в Европе. Вот, Made in UA. Ну, а это тоже Evelyn Cosmetic. Это глубокое увлажнение. Крем-концентрат 50+. Максимальное заполнение морщин, экстремальное увлажнение 24 часа. Ультралифтинг для всех типов кожи, в том числе чувствительной. Вот что в составе входит. Ну, заказали это на подарок, как бы такой небольшое дополнение. Давайте дальше продолжим. Здесь вот такой вот чай Greenfield Christmas. Чай черный байховый с ароматом апельсина и лимона и растительными компонентами. Но сын у меня называет этот чай зимним. А так как он его любит, то мы решили его заказать с Озона, где он был по хорошей очень акции. То есть обычно он стоит, ну, в районе 90, там, 100 рублей. Вот эти вот. 24 пакетика, извиняюсь, 25 пакетиков. Но на Озоне он стоил 61 рубль. Вам, наверное, будет смешно, но заказал я этих зимних чаев сразу несколько упаковок. В итоге мне вот с одного склада пришла одна штука, с другого склада 4 штуки. И должен еще прийти с третьего склада, там то ли одна, то ли 2 штуки. Вот не помню, сколько заказали. Вот здесь пришел вот такой ополаскиватель для полости рта фирмы Рокс. Активный кальций, без фторы, без CLC, без красителей и без спирта. Здесь 400 мл. Это для реминерализации зубов. Ну, вот конкретно именно этой фирмы, именно активный кальций, мне посоветовал мой стоматолог. Вот поэтому теперь я пользуюсь вот таким ополаскивателем. Данную полироль мы часто покупаем для уборки. Вот на Озоне мне попалась самая дешевая цена, поэтому опять же заказал с Озона. Стоит обычно в среднем вот такой вот пузырек в других магазинах около 300 рублей. Вот такая вот универсальная полироль с запахом после дождя устраняет пыль, пятна, следы пальцев и другие загрязнения. Не оставляет разводов и подходит для очищения деревянных, ламинированных, полированных, гранитных, стальных, хромированных, кварцевых поверхностей, стекол, зеркал, пластика, электроники. И, в общем, я вам сразу советую проверять, потому что есть Пронта, которая чисто полироль, и для пластика она, например, не подойдет. Но вот это вот подходит для всего, поэтому универсальная. Здесь 250 миллилитров.
Давайте откроем самую тяжелую мою посылку с Озона. Вот такой вот чай. Это Hilltop. То есть, сейчас вот она заклеена, сейчас отклеим. Вот такой вот красивый тигр в халате, а внутри находится чай. Это как бы у нас традиция, мы такие вот наборы собираем. Вот для примера, вот бычок у нас такой вот есть. Ну и теперь будет тигр. Соответственно, таких наборов мы заказали несколько для подарков своим друзьям. А фактически это чай черный байховый цейлонский, среднелистовой, высший сорт, традиции Цейлона, символ года. Такой вот чай. Ну вот и все, я вам показал, что заказал в этот раз с Озона. Если будут вопросы, пишите комментарии, я вам всегда отвечу. Кому будет интересно, оставлю ссылки на эти товары. Ну и все, всем вам спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну и все, всем еще раз спасибо за внимание и до новых встреч, пока!